Улыбайтесь. Улыбайтесь и смейтесь. Ну, посмотрите, можете вы сейчас сами улыбнуться? Вот интересно, почему человек улыбается? Почему, например, перед фотоаппаратом, ну, говорят, улыбнись? Почему ребенок, когда улыбается, так легко становится на сердце? Значит, он в этом состоянии беззаботности в этот момент. Значит, внутри свобода. Значит, он не отягощен чем-то таким. И вы не отягощены. Улыбайтесь. Вот смотрите, вот так вот делаете, делаете, делаете. Голову в плечи втяните несколько раз. Несколько раз прием, который снимает нервно-мышечные зажимы. Похлопайте немножечко и улыбнитесь. Еще раз. Нет, не получилось. Еще раз. О, Господи, это же вызывает внутри состояние улыбчивое. Улыбайтесь глазами, улыбайтесь щеками. Это очень хорошая вещь. И напишите мне, почему же человек улыбается?